Разгромным поражением для бахчисарайского «Кызылташа» закончился выездной матч против Евпатории. Хозяева активно начали матч, и уже к 30-й минуте результат был 4-0. Дублем отметился Хамич. По голу на свой счет записали Самигулин и Максимов. Во втором тайме «Кызылташ» выглядел лучше и забил ворота хозяев 2 гола. Как результат, обидное поражение 5-2, которое отдаляет бахчисарайцев от лидирующей тройки. Следующий матч «Кызылташ» проведет дома против Таврии. Сами себе привезли там первый и третий гол, по-хорошему сами себе. Плюс стандарт залетел. У меня слов нету, на самом деле я еще, честно, уже давно в этом деле. И, если честно, так вот отвратительно начинать матч, но еще в моей карьере не было, как тренер.